Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео начинается с транспортной компании. Светит солнце, ветер ужасный на улице. Вот, покажем вам, проверим автомобиль для вас. Ну и давайте немного покажем автомобили, которые мы подобрали, уже пригнали на транспортную компанию. Это Toyota Premium, автомобиль весь целый по кузову, можно сказать, идеальный, с родным пробегом, 50 тысяч. Автомобиль едет у нас в город Челябинск, такой красивый бордовый цвет. Следующий автомобиль — это Honda Freed, гибридная версия, голубой цвет. Автомобиль едет у нас, я уже не помню, куда он у нас едет. Да, автомобиль едет в город Уфу. Машина бальная, там, по-моему, 3,5 балла, 3,5 балла, 655 тысяч. Ну, если мне не изменяет память, отдали автомобиль за 620 тысяч рублей. Автомобиль 2012 года. Вот, но пробег у него 150 тысяч. Такой замечательный автомобиль. Следующий автомобиль — это Daihatsu Tanto. Стоил автомобиль 365 тысяч рублей. Была какая-то скидка. Наш подписчик сам с продавцом решал вопрос по торгу. Пробег у автомобиля 120, да, у него пробег? Пробег у автомобиля 120 тысяч. 120, ну, наверное, уже закрыли. А нет, он даже открытый. 120 тысяч. Есть нюансы по подкраске, но скажу сразу, глобала никакого здесь нет. Поэтому автомобили, кейкары с пробегами 120 тысяч тоже покупают. Климат-контроль, двери боковые у него идут сдвижные. Далее Daihatsu Outrider, такой синий цвет с туманочками. С туманочками тоже едет в город Тюмень на летней резине, на литье, повторители, на светлом салоне. На светлом салончике. Такой наподобие хайджета, да, но намного комфортабельнее. Кейкары рулят, кейкары в цене. Следующий автомобиль — Toyota Porte. Porte — такой красный цвет. Автомобиль, как вы видите на номерах, он пробежный, ездила на нем девушка. А, кстати, он пришел с Японии. С Японии пробег какой-то там минимальный был. 25 000. Да, 25 тысяч, он был 3 балла. У него была вмятина на заднем правом крыле. На заднем правом крыле. Вот здесь вот была вмятина. Вот этот участок, отрезок, он деланный, подшпаклеванный. Этого никто не скрывал. За счет этого машина получила оценку 3 балла. Вот, стоил автомобиль 350 тысяч рублей. Он 2008 года. Отдали его за 335 тысяч рублей. Опять же, подписчик обо всем мы ему рассказали. Его полностью все устроило. Забрали автомобиль с города Уссурийск. Также уже в России была замена переднего левого крыла. Лобовое стекло тоже в автомобиле менено. Он на зимней резине, на литье. Машина уже закрыта, но там положили комплект еще одних колес. Ну и вот такие вот косточки небольшие присутствуют. Крыло это не крашено, но не делано. Просто вот была какая-то небольшая притерка, вмятина. В общем, ездила на автомобиле девушка. Но с другой стороны, автомобиль 2008 года, в принципе, без глобала, да, то есть сильно ничего такого нет. Кстати, пробег 164 тысячи за 335 тысяч рублей. То есть что можно купить, да, за 335 тысяч рублей, какой автомобиль японского производства? Nissan Days, с комплектацией Highway Star, пробег 74 тысячи, машина бальная, пробег уже говорил, стоит автомобиль 400 тысяч. А на дроме он, по-моему, стоял даже 435 тысяч. Отдали его ровно за 400 тысяч рублей. Едет автомобиль в город Новосибирск. Так, ну давайте немного прервемся, да, посмотрим цены на проверенные, скажем так, аукционные японские автомобили.
Honda CR-V, автомобиль 2016 года. Видите, как расписано, 16 год, третий месяц. Друзья, пробег 16 тысяч километров. Аукционная оценка 4,5 ББ, объем двигателя 2,4 литра, 4 ВД, кожа, люк, зимний пакет. Цена, конечно, космос, 2 миллиона 250 тысяч. Лежит аукционный лист, лежит диагностика. Автомобиль, судя по аукционному листу, вес целый, но цена, конечно, космос. Кстати, вот Honda CR-V, да, таких автомобилей не так много на рынке. Левый руль у нас катается, а правый руль маловато их. Так, давайте возьмем Toyota Aqua, автомобиль 2015 года, пятый месяц, 530 тысяч рублей. Аукцион 4 ББ, 1,5 литра, передний привод, G-комплектация. 535, это пробег 53 тысячи. Стоит автомобиль 850 тысяч рублей. Лежит распечатанный аукционный лист. Состояние кузова. Автомобиль целый, без замены деталей, покраска задней правой двери. Мы об этом не утверждаем. Любой аукционный лист нужно проверять. Кстати, в последнее время встречается, да, то, что автомобиль целый, по кузову не бито, не крашены, детали не менены. По факту случается и замена деталей, и покраска деталей. Рядом стоит Toyota Corolla Fielder, автомобиль 2015 года, пятый месяц, пробег 96 тысяч, оценка 4B, 1,5 литра, гибрид, комплектация VXB, передний привод, кожа, две камеры. Цена, цену еще не написали. Аукционник, пробег 96, кузов автомобиля, судя по вот этому аукционному листу, он идет целый. Ладно, рядом стоит Honda Vezel, 14 год, 4 месяц, пробег 61 тысяча, стоит 1 миллион 425 тысяч, опять цена космос. Аукционник тут, не видно нам аукционник. У него родное литье, у него практически новая резина, туманки. Бесключевой доступ, по бокам обвесы. Honda Vezel. Toyota Prius Alpha, бордовый цвет, полноценный гибрид. Кстати, Honda Vezel — это тоже полноценный гибрид. Вижу кожаный руль. Машины закрыты. 14 год, пробег 37 тысяч, но цена 1 400 000. 36 тысяч. Toyota Camry, тоже полноценный гибрид, 14 год, 6 месяц, пробег 61 тысяча, 4,5 АБ, объем ДВС 2,5 литра, передний привод, штатный монитор, подогрев зеркал. Цена не указана. Альфу глянули, давайте посмотрим на Prius. 14 год, 9 месяц, пробег 69 тысяч, 4 CB, 1.8. А передний, естественно, это передний привод. Кстати, новые Prius пошли, да, которые там самые свежие, они появились. 4 ВД автомобили. 1 миллион 250 тысяч. Ну это, как его назвать, бензоэлектрокар. Плюнг ин. Ладно, далее, что он еще, смотрите, стоит. Стоит Альфа, 14 год, 6 месяц, пробег 59 тысяч, аукционная оценка 4,5 балла. Кожа G10 Black, максималка. Блин, а цены тоже нету. Цена, ребят, не указана. Давайте седанчики посмотрим. Алион, второй Алион, третий Алион, 1.8,
1.8. Смотрите, 4 Алена. Они есть полторашечные. Так, цены нету, смотреть не будем. Цены нету. Цены нет. Давайте на бордовый посмотрим. Есть цена? Бордовые цены тоже нету. Вот беленький у нас есть. 16 год, 6 месяц. Пробег 2000 километров, аукционная оценка 4,5, а мотор 1.8, передний привод 1 100 000 рублей. Кузов, судя по аукционнику, в идеале. Вот такие вот цены на аукционные автомобили. Рынок, кстати, подопустел за последний месяц, то есть машинки подраскупились. Далее, Toyota Passo, ярко такой насыщенный желтый цвет, новая морда, не новая морда, новый кузов, 16 год, 1 литр, 499 тысяч рублей. Следующий, Civic, 10 год, гибрид, 1.350, кубатура. 599 тысяч рублей. Subaru Impreza 1.6. 659 тысяч рублей. Honda Freed 10 год, 1,5 литра, 559 тысяч рублей. Ractis 11 год, 4 воды, 1,5 литра, 599 тысяч. Далее кейкарчики. Honda. Боковые двери сдвижные. 15 год, 660, 399 тысяч. Дейс. Боковые двери тоже сдвижные. Рукс. Цены нету. Хайджет. 15 год, 660, 339 тысяч. Лиф электромобайл 599 тысяч. Это Дейс Рукс. Еще один Ractis, 15 год, аукционная оценка 4 балла, 57 тысяч, цена не указана. Друзья, и новинки авторынка, это Honda Civic, автомобиль 2018 года в шикарном белом цвете, 1,5 литра турбо. Вот сейчас немного покажу, смотрите, какая выхлопная система. Немного покажу салон, а полноценный обзор на данный автомобиль мы, наверное, сделаем в следующем видео. Вкратце так немного. Огонь. Реально, тачка огонь. Ух, почувствовать себя за рулем спортивного автомобиля. Заводится? Заводится. Шикарно, конечно, шикарно. Пробег 1893 километра. Ладно, глушим. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Не пропустите обзор на замечательный автомобиль. Так, ну сегодня будет проверен данный автомобиль. Это Toyota Corolla Fielder, автомобиль 2014 года. Аукционник, да, TIA, 1,5 литра, двигатель 1NZ, 109 лошадиных сил, автомобиль, передний привод, камера заднего вида установлена, фары, линза, ксенон, вот, а телефоны указаны. Значит, стоит данный автомобиль 705 тысяч рублей, он есть на сайте drom.ru. Значит, летние колеса на штамповках, резина 175, 65 на 15, резина 2018 года выпуска, брызговики. Сейчас просто пока внешний вид вам показываем. Повторители, накладочки, ну я так понимаю, скорее всего, наклеили их здесь, хотя может быть и нет. Задние колеса тоже, смотрите, в каком состоянии резина.
размер 175/65 на 15, все то же самое, тоже 18 год, резина, сзади спойлер, метла, где Toyota Corolla Fielder. Сразу давайте, хотя нет, под низ потом заглянем, посмотрим. Пока просто внешний вид. Заднее правое колесо. Хороший остаток. Протектор 175/65 на 15. Так, год выпуска тоже 18. Порог целый, не погнутый, не загнутый. Ну, скажу так, на автомобиле коцок практически нету. То есть, если будем доколупываться, да, можно это так, наверное, называть, то какие-то мельчайшие сколики можно найти. Красились только бампера на данном автомобиле. Автомобиль уже толщиномером мы проверили полностью. Проверили на съем, на замену деталей. Вкратце вам сейчас покажем состояние багажного отделения. Вот мелкие царапины, видите? Пробег у автомобиля 100 тысяч, то есть без этого никак. Вот здесь небольшие царапки идут. Кстати, кто не знает, задняя дверь у них идет пластмассовая. Здесь мы полностью все вскрывали, все проверяли, швы идут заводские. Автомобиль идет с запаской, как видите. Давайте по низу сейчас посмотрим. Состояние глушителя. Ну, низ такой, видите, да, он пыльный. Пыльно. Ну, в принципе, все четко, ясно просматривается, что ржавчины на автомобиле нет. Торцевая планочка целая. Единственное, друзья, мы его не загоняли на яму. Поэтому в случае, если соберетесь покупать данный автомобиль, обязательно заедьте на яму. Осторожно, состояние салона. Дверная карта. Вот небольшая царапка есть. В принципе, все, больше нету. Сидушки не дырявые, не зачуханные, не прокуренные. Коврики на месте. Дверь без съема. Обычно, вы знаете, ногами царапают, да, вот эту вот часть. Ну, как бы есть, вот раз царапинка, два царапинка мелкая. Но в целом состояние хорошее. Так, здесь не откроется, боюсь. Ладно, вот так покажем. Тоже дверная карта у нас идет без царапин. Автоматический стеклоподъемник. Вот он. Родной, настоящий аукционный лист на данный автомобиль. Он пробивается, можете смело открывать, можете смело покупать. По кузову видите, вот А1, А2, все, ну вот, вот была коцка на бампере B3 и передний бампер с правой стороны А4, поэтому бампера здесь крашены. Вот он номер кузова автомобиля крупным планом. Записывайте, проверяйте. Верхний бардачок. ПТС-ка, все на месте. Автомобиль привезен 19.08. Он привезен. Вот, а ГЛОНАСС здесь нету. Так, аккуратненько сейчас положим. Значит, торпеда. Ну вот какие-то мелкие царапины присутствуют. Показываем вам состояние салона. Далее по салону. Задняя правая дверь, дверная карта. Вот небольшая какая-то коцочка. Я еще раз повторяю, что автомобиль не новый. Кстати, сидушки здесь у нас складываются вот таким образом. Опа. Потолок задней части автомобиля. Здесь тоже накладка вот эта пластмассовая. Смотрите, она не поцарапана. Водительская дверная карта. Вот они, вот мельчайшие царапины. Вот царапина, вот маленькая царапка. Порожек тоже, вот мелкие царапины.
Сидушка не продавлена, не прокурена. Туманочки, кстати, поставили уже здесь. 98 тысяч, все совпадает. Климат-контроль. Все это работает. Камера заднего вида тоже работает. Бензина в автомобиле очень мало. Так, подкапотное пространство. Все целое, без замены деталей. Масло в двигателе, ну конечно же, да нежелательно, а масло в двигателе идет под замену. Друзья, и многие задают вопрос, вот белый налет на двигателе. Автомобиль стоит, здесь большая влажность, здесь сыро. Автомобиль не ездит, поэтому присутствует вот этот налет. Некоторые говорят, вот увидят на хомутике вот такую вот ржавчину, да? Говорят, что автомобиль ржавый. Друзья, ну, тогда в салон за новым автомобилем. Данный автомобиль, он реально не ржавый. Так, ну и давайте сейчас покажем вам его по кузову. Как я говорил, мы уже автомобиль полностью проверили. Крашеных элементов, кроме бамперов, на данном автомобиле нету. Лобовое стекло на автомобиле родное, Toyota. Ну, небольшой скол, все как указано в аукционном листе. Ну, давайте посмотрим, что у нас по электронным системам в автомобиле. Так, по сканеру просканировал 14 систем автомобиля, ошибок нет, то есть все нормально, неисправности ноль. Ну, рассказывать не буду, какие системы, здесь вот все написано. В принципе, вопросов нет, ошибки не сбрасывались, в истории тоже ничего не было. Друзья, ну и покупая автомобиль, то есть на автомобилях обязательно, прям обязательно нужно кататься. Сейчас мы выйдем, сделаем небольшой тест-драйв. Как видите, дорога нам позволяет проводить тест-драйвы на автомобилях. Кстати, в двух словах, пока по месту. Как у нас место в автомобиле? Нормально, место. Сейчас я сяду, себе настрою немного сидушечку. Да, места довольно-таки много. То есть мне сидеть удобно, головой я никуда не бьюсь. А я тем более. Ну и по подвесочке, я вам скажу, уже чувствуется то, что хорошая такая подвесочка, да, на автомобиле? Да, сбитая подвесочка. Она как бы жесткая, но она не долбит. То есть идет плавненько. Хорошо идет. В течение час-полтора. Итак, напоминаю, Филдер 14 год, 1,5 литра, 1НЗ, 109 лошадиных сил, передний привод. Автомобиль продается, стоит на сайте drom.ru, стоит он 705 тысяч рублей. Автомобиль весь в родной краске, кроме переднего бампера и заднего бампера. Настоящий аукционный лист, родной пробег 98 тысяч. По сканеру показывали, ошибок нету. По салону все сами видели.
наклеили свою наклеечку. Поэтому, друзья, кому надо, покупайте по подвеске, вопросов нет. Единственное, данный автомобиль мы не загоняли на яму, на подъемник. Поэтому, если вдруг соберетесь покупать, вот она наша наклеечка, обязательно заедьте на эстакаду. Друзья, на сегодня все. Всем пока. Всем пока.